Всем привет, дорогие друзья, с вами Эвер. Сегодня мы продолжим проходить Лимбо. Это у нас уже вроде бы с вами шестая часть, если мне не изменяет память. И остановились мы вот на вот этом моментике. Так, как это нажимать? Не помню уже. Так, ладно, для начала смотрите. Нам нужно сейчас отбежать и взять нашу вот эту вот штуковину. Так, вот, КТРЛ взяли и потащили вот сюда вот. Так, я не помню, но мы вроде закончили то, что не смогли вверх куда-то забраться. Что-то в этом духе. Так, бежим сюда. Замечательно. Да. Вон эта фигня. Ну, как раз сейчас будем разбираться с ней. Так, залезь, пожалуйста. Залезь наверх, перелез. Красава! Просто красавчик. Мощный. Так, смотрите. Нам нужно как-то сюда ее туда перекинуть, да? Да, нам это нужно как-то сюда перекинуть. Здесь мы добегаем вот сюда. Вот. И опускаем сейчас наш канатик. Погнали обратно. Да. Как нам надо здесь перетащить его? Типа, может... Подожди, ну-ка. Ну, тут явно что-то нужно с этой штукой сделать. Вот я ее могу раскачать. Подожди, стой. Стой. Я вот что смотреть могу. Ну-ка, и? Это мне ничего не даст? Нет, ничего не дает. Может быть. Что мне с ней сделать? Вообще не понимаю, честное слово. Мне надо как-то, наверное, может, её оттащить сюда. Давайте попробую, я, смотрите. Вот так. И вот так. Ого-го-го. Вот так вот. Отлично, смотрите, дальше мы. Шарик сейчас перетаскиваем на эту сторону, дальше. И вуаля, все. Блин, на самом деле тут было довольно-таки просто, да. Просто мне уже... Просто. Да, просто тогда уже мне было немного как-то уже лень. Я уже не помню, какое видео тогда по счету снимал, поэтому мы в тот раз не прошли в прошлой серии. Ладно, проходим далее. Нам осталось, кстати, заметьте, так, low charter. Нам осталось меньше уже, ну, прямо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Ну, короче, где-то 16 секций нам осталось. Не так уж таки много. Так, что тут? Угу. Тут, пойди, надо раскачаться, да? Нет. Или я могу раскачиваться здесь? Не понимаю сейчас прикола. Мне как-то не дают особо раскачиваться, знаете ли. Ну, какая-то фигня. Как мне... Подожди. Подожди-ка. Стоп. Мне нужно перевести рычаг в то положение, то есть вот сюда вот только. Стой. Блин, а почему у него тогда с первого раза он не стал это делать? Опускайся вниз. Давай, опустился. Молодец. Все, погнали. Все, супер. Да, значит, нам не надо было там раскачиваться. Вот сейчас нам надо будет раскачиваться. Ну, мы сейчас это и сделаем. Раз, два. Прыгнул. Молодец, уже долетели по-любому. Так. Ага, вот оно что. Так, у меня тут есть коробки. Он сейчас первый раз видит. Замечательно. Ага. Угу. Что-то мне с этими сейчас двумя коробками надо сделать, да? А, мне надо на них залезть, все понял. Все. Мне надо эти коробки друг на друга как-то поставить. Ну нет, да. Видите, мне их надо поставить друг... Не может, мне нужно каким-то образом кнопки не нажимать. Ну-ка. Нет, то есть оно вообще не валь, не алё, да? Для чего вот это было? Давай, отлично, замечательно.
Тут, кстати, вообще что-то не доходит до меня, как это сделать надо. Думаю, залезть сюда я наперед не могу. То есть мне надо явно одну коробку поставить на другую. Хорошо, а как мне это сделать? Может быть, смотрите, если я сейчас встану сюда. Да. Вот так оно и делается. Только надо было в обратную сторону делать. Надо было это делать в обратную сторону, да. Окей. Все, по нулям, давай, убивай меня. Убивай, все. Надо было все это делать в обратную сторону. Так, значит. Перепрыгнули кнопочку, смотрите. Давай, быстрее. Замечательно. Сюда. Все, давай. Что-то медленный такой. Давай, быстрее. Замечательно. Красавчик. Я вот не знаю, возможно, нам сейчас не просто надо перепрыгнуть, а еще эти, чтобы коробки туда поставить. Это я успею сделать? Допустим, я нажму на эту. Есть мне идея, давайте нажму сюда кнопку, вот она все выпадает. Ждем. Нажали. Побежали сюда. В обратную. Давай. Ах ты ж. Не, все, опять. Заново, окей. Господи, что-то громко. Звук потише, пожалуйста. Потише. Так, нажали на кнопку. Все опускается. Ждем. Сейчас. Погнали. Сюда. Бежи. Да ну ядрить сейчас заново, а как? Как ты это должен сделать? Давай, возрождай меня быстрее. Я не знаю, так ли это делается, но я сделаю так. Так, нажали сюда. Ждем опять, пока она упадет. Ждем. 3, 2, 1. Нажали, погнали. Сразу прыгаем, перелетаем, разворачиваемся и побежали прям под нее вот сюда вот. Замечательно. Опа, хорош. Да, ну, скорее всего, именно так это надо было делать, но... Мы прошли, да, вообще супер, шикарно. Так, что у нас тут? Лесенка, есть какая-то лесенка. Что это такое? Ага. А мне сюда надо идти? Интересно. Там есть лестница. Подождите, а для чего тогда дернули? Это все было ради только той штуки, да? То есть я сюда бежал только ради вот этой вот фигни. Кстати, похоже, это копья, на которой мы будем падать. Ну, или палки. Да, получается, сюда ради вот этой вот фигулины бежал. Ну ладно, пускай, допустим. Эту серию, кстати, я планирую сделать не длинный, может, минут на 15, там, от силы, где-то так. Ну давай, выходи, красавчик. Все, а теперь на лестницу. Вот видите, мы собрали уже две штуки. Возможно... Так, это мне не нравится, как эта лестница ненадежна. Сейчас она как грохнется с нами. Вентиль есть, какой-то вентиль. Я могу ее взять? Нет, не могу. Ладно. Нам... Сюда. Так, что у нас тут? Что это такое? Ты плохое? Подлый, иди сюда. Собака. А что мне? Как мне тебя приманить, а? Как мне тебя приманить? Обратно вылезти я могу? Смотрите. Да. Делаем по шашку. Опускайся. Красавчик, давай. Жри. Да, бляха, а что? Мне надо встать сюда? Все, я стою, я не двигаюсь. Погнали нахрен, свалим туда сюда. Еще дальше. Вот сюда.
Сюда? Сюда? Сюда, хорошо. Да жри, ты жри. Мне кажется, на него сейчас резко надо будет прыгнуть. Да жри, 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 кушай. Ай, ты же... Ага! Попалась, падла, хуй, меня трясёт. Все, отлично, 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 все, неси. Ага, вот так я, падла, ногу мы тебя отломали. Красавок! Просто красавчики, что сказать. Шестеренки, какие-то шестеренки у нас тут крутятся. Зачем они это делают, не знаю. Так, какая-то трубка, трубка, труба. Что еще тут? А-а-а! Вот это интересно, давайте дальше пробежимся. А рычажок, как... Господи, что тут происходит? Трэш какой-то, капец. Вообще не разбериха. Так, я могу наверх? Не, смотрите, скорее всего, мне эту штуку надо сначала опустить. Да, опустить, опустить по-любому надо. Так, это ящик мне нужно столкнуть будет. Ну, давайте мы сейчас выше еще же можем собраться. Если можем, почему бы этого не сделать? Лезем. Есть это какая-то кнопка, да, по всей видимости? Это тоже, видимо, какая-то кнопка. Нажмякаем. А, нет, это просто муляж. Хорошо. Какие-то штуки. Я могу откатывать зачем-то. Нафиг только мне это надо, скажите, пожалуйста. Возможно, это сейчас как-то с общей системой будет связано, и мы поймем это так. Ага. Красавчик, 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 красавчик. Так, все, понял, что нам сейчас надо сделать, смотрите. Так, давай оттащим, тихо, ё-моё. Пролазь, пролазь, пролазь. Так, эту штуку тогда нам надо сейчас подтащить сюда, вот прям по максимуму. А с этой мы сейчас и разберемся. Все, погнали, оттащили вот сюда, вот, отлично. Пришвартовали, нажали, жми. У нас выкатывается наше колесико. Колесико выкатывается, катись, 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 ну это шина, да? Замечательно, 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 замечательно! Собак сутулы. А мне же надо это как-то быстро же еще перелезть. А у меня, в принципе, есть время. То есть, смотрите, я могу отойти сюда. Вот так вот. У меня время же есть? Ну да, уже нету времени, уже я не успел. Уже или успел, 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 успел. Успел, 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 успел. Успел, 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 успел. Все, понял. Смотри, здесь там тоже надо отодвинуть, чтобы типа мы могли, ну. Вы поняли. Перелезть сейчас здесь. Прямо у самого края надо. Нажали, бежим, 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 бежим. Сюда. Опа-на, готово. Отлично. Потащили, 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 потащили. Ах ты ж падла. Скорее всего, надо... Да, мне кажется, все, понял, понял, в чем мой косяк. Это надо было прям в самый край, тоже поставить. Блин, с этим колесом морока какая-то, если честно. Так, ладно, давай ты пролезешь сюда. Пролезешь, правильно, ты у нас не широкий. Ну, нажми сначала, пожалуйста. Красава, нажал. Полезли, перелезли. Сюда, вот сюда. Опа, она готова. Чикардосно, давай колесо закатывайся. И все, сразу стартанули, 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 стартанули. Правильно, давай, 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 давай. Отлично. Зашивись. Она сейчас куда-то у нас упадет. А, у нас сейчас она упала и, наверное, открыла... ну, вы поняли, вот эту хрень. Да серьезно? Тут так можно было разбиться? Да это бред. А, ну ладно, хорошо, слава богу, что нас тут хотя бы заспаунили. Я думал, опять все сначала. Че за трэш, ты что-то слабак. Хилый прям вообще какой-то. Давай, спускайся быстрее. Прыгать ты не можешь. Дохляк. И что нам эта шина дала? Куда она вообще упала? Хороший, знаете ли, вопрос. Куда? А, все, вижу, куда она упала. Сейчас мне надо закатить будет, наверное, значит. Перелезем через наши, поехали, закатываемся.
Но не стоит забывать то, что она у нас... Какая шина падла у нас. А, смотрите, мы ее запустили. Механизм как бы такой. Оттолкнули, все. Так. А большое спасибо. Ну нет, ну это бред. Оставайся в таком же положении. Оставайся в таком же положении. Собак, ты, мать твою, сутулая. Ладно, хорошо, еще раз. Да вообще без вопросов. Хоть 3 часа. Ну, конечно, ты сейчас... Ты не разбился, зачет. Ладно, чувак, зачет тебе. Не разбился хотя бы в этот раз. Ну ты опять у нас за старое возьмешься. Так, прыгаем сюда. Так, здесь он тоже, думаю, адекватен будет. Туда падла, давай, спускайся. Беги сюда, хорош, хорош, молодец. Залази, залази, красавчик, красавчик, красавчик. А, дошли, прыгнули. Замечательно. Все, бежим сюда, сейчас мы устроим там перегрузку небольшую. Потому что нехер. Я не успел. А, что, там умный, да? А все, сломали мы систему, перегрузили нахрен ее. Давай пендривались вот тут. Колесо это грёбаное, тоже не крутится. Давай сюда. Сюда, 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 колесико. Блядь! Ну так, заспауните меня тут! Я уже вытащил этот куб! Да идите вы нахрен! Что это такое? Ну не дайте, у тебя ноги слабые! Фу, меня бомбить уже начинаем. Чё это такое? Ну почему? Так, ладно, хорошо. Всё-таки на этом, мне кажется, закончим, как только эту штуку пройдем. То я уже не выдержу. Сюда. Спасибо. Большое. Сюда теперь. Хорошо, отлично, замечательно. Фух. Так. Спускай. Спускайся, пожалуйста. Спасибо. Бежим сюда. Так, сюда, хорошо. Мне кажется, это надо еще подпереть. Все, бежим. На первый раз, если я не ошибаюсь, мы не успеем с вами, а на второй, и хз. Протолкнул, протолкнул. Шикарно, все, я успел это сделать. Аллилуйя. Сейчас у нас еще раз, вроде, она умеет. За 2 раза она открывается. За 2 раза открывается. Но второй раз совсем на чуть-чуть. Поэтому, да. Тащим нашу штуку сюда, вот. Давай, 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 шевели булками. Залазим на нее, залазим. И рычажок нажимаем. Все, отлично. Я могу быстрее перемещаться, пожалуйста. Вуаля, все. Красавчики, мы это сумели сделать, чувак. Молодец. Светит со свечащимися глазами. Так это фабрика, завод, вообще хрен, что поймешь. Спускаемся. Тут. А я мог же просто, наверное. Интересно. Вы сейчас надо мной издев. Да вы серьезно? Ну нет. Почему? Это как-то сразу надо было предупреждать об этом. А я мог бы сам спуститься, а? Здесь. Почему мне никто не сказал про это? Отпрыгивай. Все, я тут тоже спущусь, пожалуй. Мне здесь абсолютно ничего не грозило. Зачем я туда наверх полез? Это нас затроллили так. Отлично, все. Потащили. Бегом, 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 бегом. Сразу через нее перепрыгиваем. И сюда вот. Отлично. Поднимай нас. Это вообще шутки такие, да? Смешные шутки, смешные. Так, хорошо, давай тогда сюда эту коробку нахрен затащите. Молодец. А скажите, пожалуйста, на милость, чем... У нас же еще есть одна коробка, да? Вы хотите, чтобы я сюда нахрен все коробки эти притащил? Ну... Меня это уже бесит. Ладно.
У нас же там была коробка, с помощью которой мы залезли. Так, теперь надо только против движения пробежаться. Это довольно-таки проблематично будет. Особенно с его ногами кривыми. Молодец. Вот эту коробочку нам надо сейчас тоже с вами достать. Так, бежим сюда. И подставляем ее. Замечательно. Так, сами сюда ставим. Нет, она упала. Почему ты падаешь, скажи мне, пожалуйста? Нет, ну сейчас она точно упала. Упала бы. Так. Может, тебе прям вдавливать как-то тут? Ну, нам же явно надо как-то тут пролезть, да? Вот, по-любому. Ну, как это сделать? Мне надо эту коробку просто туда нафиг далеко запульнуть. Держи, 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 держи! Отлично. Все, готово. Теперь сами туда давайте отправимся. Поднимайте нас, поднимайте, пожалуйста. Отлично, давай коробку сейчас нагоню даже. Нагоню коробку. Сталкиваемся вместе с коробкой. Отлично. Теперь эту коробку, смотрите, мы сейчас установим сюда. Так, сейчас все сделаем, все сделаем. Это не коробка, наверное, ящик передвижной коробки. Там, так, сюда, 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 сюда. Отлично, залез. И вот сюда вот. Фух. Так, что это за кнопочка у нас такая? Неспроста же. Нажмись. А, это током нас может шибануть. Это нас может, значит, током шибануть. Ну, я так и думал, что надо будет на ней что-нибудь переехать. Может, какие-то пилы вылезут, может, что-нибудь еще. Давай, 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 давай. Ага. Интересно, интересно, как мне это сделать. В общем, могу еще 10 дней назад оттащить, ну? Если у меня такая мыслишка, может быть, можно. Ну, тебе 10 дней назад. Может, мне надо сейчас вот так как-то ее раскачать, смотрите. И вот за ее хвост схватиться сейчас, который она раскачивает. Да, да, так и надо было. Дальше раскачиваемся сами тут. Раз. Два. Раз. Два. И прыжок вверх. Отлично. Да, нам сюда надо. А, это мы ее сейчас подтолкнем, и она будет крутиться. Отлично. Что? Мне не нравятся эти звуки. Где мы вообще находимся? Что это за место? Фабрика или что это? Что мы такие? Скажите мне, пожалуйста. А, мы сейчас до сюда дойдем, и проход, наверное, откроется. Я, пожалуй, подальше даже отойду вот сюда вот. Угу. Хватит переворачивать, а? Может быть, хватит реально переворачивать? Ну я ж так и думал, что так будет! Ну я вот так и думал! Ну... Это было максимально логично. Хорошо, давай, давай. Давай, давай, затаскивай эту шестерню. Давай. Замечательно, замечательно, отлично. Все, стоим здесь, все, стоим тут. Спокойненько стоим здесь. Сейчас будем скатываться с вами даже постепенно. Давай. Просто подождем, вот все, он у нас падает, падает. Как он до этого там стоял, скажите мне, пожалуйста. Интересно, если я руками буду держаться, он будет переваривать, я же по факту все равно же буду держаться. Ладно, я отойду. Давай, давай, быстрее падай мне сейчас. Так, давай, 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 сюда, 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 отлично. Пока нас не до конца еще перевернуло. Вуаля. Чё за дичь сейчас происходит? Так, ну мне явно так жмякай. Останавливай! Что это такое? А что это? А, все. А, магнит, да, это у нас какой-то? Смотрите, мы сейчас просто с вами как сделаем. Оттащим его сюда. Не ждем, пока она докатит до нужного нам уровня. Замечательно. Готово. Так, я же могу надеюсь отсюда до туда-то? Нет, я не могу до туда долезть. Ай, ну почему? Почему так все сложно? Можно было бы сделать гораздо все проще и не мучить меня. Так, на, оттаскивайся. Коробка дурацкая. Это же два раза все надо сделать. Бегом, 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 бегом.
Хорош. Так, ну отсюда я уже явно допрыгну. Отсюда, да, я уже допрыгну. Теперь смотрите, у нас тут открывается вот этот проход. Он открывается довольно-таки длительное время. Чтобы мы успели под него пролезть. Все, отлично. Бежим, бежим дальше. Еще какая-то непонятная штука. Вы мне скажите, пожалуйста, у меня переворачивать собрались? Можно, подожди, стой, стой, стой. Давай. Да переключи, нет. Нет. Это ж плохо, это очень и очень плохо. Меня сейчас распилит. У меня уже все, голова, кишки, мозги, все по разные стороны. А это, сейчас я не нажму эту штуку. Подожди, я на дурака не похож. А теперь можно же. Пока оно там переворачивается начнет, пока вот это все дело будет. Я уже перелезу. Вот смотрите, погуще сейчас сюда перелезу. Она сейчас падает, крутится, там шестеренки все вращается, эти пилы вон тоже гигантские. И сейчас уже начну постепенно спускаться. Чуть пониже, еще вот так вот. Ну все. Отлично. Да вы прикалываетесь надо мной. Ну это же глупости какие-то, ну нет. Я подумал, ну вроде похоже, ну типа мало ли что там похоже. Ладно, окей, давайте. Это последняя будет у нас, как бы, часть, которую мы за сегодня пройдем. Да, хотел видео покороче сделать, в итоге даже сделал не 25 минут, а уже насколько 26 минут идет. Капец, долго. Долго, оно ведь. Уже 27 минут. Ладно, давайте подождем. Ну, пока не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Я заметил то, что очень большое количество людей смотрит мой канал без подписки. Поэтому подписывайтесь. Давай, опускаем нас. Сейчас я на это не поведусь. Я сейчас подожду, пока эта штука до нас докатится. Все, короче, ребята. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Эвор. Всем удачи и всем пока.